В Москве с 19 по 24 июля пройдет фестиваль «Маяковский фест 2022». Он посвящен 129-летию со дня рождения поэта. Шестидневная программа состоится на площадках ВДНХ. Откроет фестиваль литературный спектакль «Я сам Маяковский», в основу которого легли наиболее известные стихи поэта и цитаты из его автобиографического произведения «Я сам». Следующий день будет посвящен развенчанию мифов вокруг личности поэта. Сотрудница Государственного музея Маяковского Марина Кошелева прочитает лекцию «Зайдите через 1000 лет, там поговорим» или «Триумф и трагедия Владимира Маяковского». А самых маленьких гостей фестиваля приглашают на творческое интерактивное занятие поэты Серебряного века детям. Маяковский, Черный, Хармс. Там ребята сыграют в игру «Найди зверька», во время которой участники познакомятся с детскими стихотворениями знаменитых поэтов. Завершит фестиваль поэтический вечер «Маяковский. Смерть при жизни и жизнь после смерти». Участие во всех мероприятиях бесплатное. Нужна только регистрация. Полная программа фестиваля по ссылке в описании.